Привет! Меня зовут Лена Гайдер. И совсем недавно на этой площадке мы провели курс, который назывался «Обществознание, которому не учат в школе». Курс прошел здорово. Прошло много людей, и нередко вместо одного часа мы засиживались до полутора часов, обсуждая разные вопросы, связанные с политикой и государством. Поэтому мы решили продолжить курс. И сейчас выпускаем курс «Обществознание, которому не учат в школе 2». На этом курсе речь пойдет о тех вызовах, которые стоят перед нами с вами, перед человечеством в 21 веке. Мы будем говорить про неравенство. Откуда взялась фраза, например, 99,1? Правда ли, что 1% населения владеет большими доходами, чем оставшиеся 99? Мы будем говорить про экологию. Правда ли, что грядет экологическая катастрофа, глобальное потепление? Что скоро станет с нашей планетой? И что можно сделать, чтобы эту катастрофу предотвратить? Илон Маск говорит, что скоро мы будем жить на Марсе. Правда ли это? Сможем ли мы выпить какой-нибудь коктейль с видом на Юпитер в нашей жизни? Образование. Вы ходите в школу наверняка. Насколько это справедливо, что дети ходят в школу, даже когда они этого не хотят делать? Будет ли образование меняться, чтобы быть более свободным и принимать детей за равных участников общества? Ну и, наконец, мы поговорим про такую вещь, как искусственный интеллект. Правда ли, что машины скоро станут такими умными, что обойдут в своих способностях нас с вами, человека? И что из этого будет? Может ли произойти война машин и людей? Если так, то кто победит в этой войне? Об этих вопросах мы будем с вами говорить. Как обычно, вы не просто будете получать какую-то фактическую информацию, но я буду вас приглашать к активному участию, обсуждать, что вы сами думаете про эти проблемы, серьезные они или нет, стоит ли их решать, и если да, то как? Вот таким будет наш курс. Приходите, мне кажется, скучно не будет.